Здравствуйте, друзья! Пришло время испытания своего реверса. Вот у меня есть такой источник питания. Сейчас на нем стоит 2,5 ампера. Ток прямой. Будем включать нашу систему. Вот она собранная уже. Стоит. Стоит она на 30 секунд. То есть прямой у нас ток будет идти порядка 2,5 ампер, вернее, порядка 2,5 ампера. Ну и обратный ток тоже интересует 2,5 ампера. То есть мне нужно перебросить обратный ток. Осталось 7 секунд. И сейчас таймер должен переключить. Да, все нормально. Он переключил, и вот снова стоит 2,5 ампера. Интервал у меня больше 30 секунд. И несколько секунд нужно опустить ток в обратном направлении. Сейчас через 9 секунд снова сработает. И посмотрим, что у нас произойдет. Все нормально. Мы даже не заметили, что он дернулся. Вот он выключился. Смотрим, что мы имеем. Здесь снова 2,5 ампера. Все работает. Все, спасибо всем за внимание. Искры нету. Ну, итог довольно-таки еще небольшой, чтобы искру тянуть сильно большую. Но все равно. Давайте посмотрим. Я искры не заметил.